Вы же наверняка видели подобные видео, где кто-то кладет на пол телефон и как бы ждет какой-то реакции. Тема эта уже не новая, так что я думаю, большинство из вас знает, в чем дело. Или нет? Кидаем лайк и подписку, и сейчас все объясню. На самом деле это один из знаков помощи. Если кто-то находится в заложниках и ему нельзя кричать и палиться, то ему нужно подать определенный знак, положить телефон экраном вниз. Потому что чаще всего все кладут экраном вверх. После этого заложник должен попытаться выронить любую вещь. Этим он даст знать, что с ним действительно происходит что-то плохое. Но это не единственный тайный знак о помощи. Существует уникальная комбинация – зажать большой палец в кулак. Этот символ специально придуман для жертв домашнего насилия. Если вы заметили, что кто-то показывает вам это, то срочно примите меры. Так сделала одна девушка по видеосвязи с подругой, потому что ее избивал муж. Но это универсальный знак и может служить сигналом о помощи в любой ситуации. Обязательно помните об этом, и возможно вы спасете чью-то жизнь. Об этом уже не раз сказал не один блогер, и в сети зачастили видео, где дети показывают вот этот знак. Причем абсолютно без повода. Я понимаю, вам интересно поиграть в заложников, но это все очень серьезная тема, так что не надо баловаться с этим. Лучше подписывайтесь на пояснительную бригаду и будьте в курсе всего.